Бриллиантовый конь подан? Пожалуй, не будем пока снимать солнечные очки. Не хотелось бы ослепнуть от всего этого великолепия. Пусть глаза привыкают. Еще и день солнечный выдался. Красота. Вот только очи-то привыкают быстро, но разум не сразу поймет, что это за стразомобиль, как и зачем, рассказывает хозяин белого коня Евгений. Это было собственноручно сделано в гараже непосредственно с женой вдвоем. По времени это заняло 2 месяца. С 9 утра, грубо говоря, до 11 вечера, как на работу ходили. 165 тысяч камней, да не простых, а знаменитого бренда Сваровски. Украшали машину супруги для себя, но и не без материальных целей. Сияющий Мерс сдается в аренду на свадьбу и фотосессии. Цена 2000 рублей в час. Чисто на камни ушло 4 стоимости машины. 6 лет назад, то есть, эта мысль пришла в голову, то есть, как бы нигде этого не было еще. Начали появляться машины в Москве, в Петербурге, в Махачкале, то есть, как бы сделан тоже Мерседес, у него там цель на все. То есть, и поэтому мы решили тоже ускорить нашу мысль, нашу идею, сделать это в Красноярске. Первый, наверное, месяц после того, как мы сделали, выехали в город, и это было настолько мне даже непривычно, потому что все смотрят, абсолютно все это замечают, то есть выставляют очень приятный взгляд, кто-то там машет, кто-то говорит: ура, молодцы, красиво. С момента инкрустации прошло уже полгода, а большая часть всех камней этого сверкающего айсберга на месте, при том, что авто часто посещает мойки, и не щадящие, а самые стандартные. Встретить на красноярских улицах чудо-мобиль можно только в парадном виде, иначе зачем же вся эта красота? Как вы сделали так, что камушки держатся и не отпадают? Вы смогли почти все на Ну, это было первоначально продумано все, был специально заказан клей с Москвы. Если бы Евгений с женой не занялись автомобилем сами, за крепление одной стразы заплатили бы мастеру-кристаллизатору в среднем 5 рублей. Дорого-богато выходит. Видно, стразы теперь не показатель исключительно женской гламурной моды. Хотя куда без нее? Например, сфера шоу-биза. Ну какая поп-звезда не хочет тряхнуть стразами? Тут все. И именные блестящие микрофоны, и наушники, туфли, и сценические платья. С таким сверкающим набором предметов каждый день праздник. И если машину в стразах мы себе позволить можем, но крайне редко, то такие вещи подоступнее будут. Берем на вооружение перед 8 марта. Вы знаете, это прекрасно. Можно прямо сейчас на подтанцовку к Мадонне отправляться или к Леди Гаге. И меня примут там за свою. Необходимость работы со стразами переросла в хобби, а хобби в дополнительный заработок. Большинство женщин привлекает что-то блестящее и красивое. На заказ можно, в принципе, сделать абсолютно все. Да, то есть красиво даже нижнее белье, купальники очень актуальны, потому что на солнце это блестят очень хорошо, как бы камушки. Перепробовала много разных. Ну, Сваровски, конечно, на первом месте, но тоже сами понимаете, что как бы цена для всех это разная. Вот. В данном случае Сваровски у меня используют только на платье. Это как бы очень накладно, да. Поэтому очень хорошая страза нашла. Они не тускнеют. Самый экономичный способ украшения – нашивные стразы. Более концертный вариант. Вблизи может выглядеть грубовато. Хотите, вы приносите мастеру на блестящее растерзание свою вещь. Хотите, Екатерина сама подберет основу для кристаллизации. Галстуки, бабочки, шляпы, платья и топы – все засияет. Самое сложное в этой кропотливой работе – это когда нужно приклеить стразы на неровную поверхность. То есть в данном случае на бюстгальтер. Соответственно, здесь стразики очень могут легко выбегать, даже если их ровно держать и прижать утюгом. Такой женский комплект стоит около 3000 рублей с учетом всех материалов. Стирать в машинке инкрустированные вещи разрешается, но только на щадящих режимах. А вот блистать или не блистать – решать вам и вашему кошельку.